Подожди, это новые персонажи? Офигеть, наемницы! Вот, наконец-таки, все. Победа наша. Это уже, ребятушки, 1000%. Я просто в этом уверен. Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс. С вами, как всегда, Вовкин. И сегодня мы поиграем в Battle Legion. Да-да, это новая игрушка на моем канале. В общем, давайте заберем сначала, что нам тут дают. Всякие вкусняшечки мы поднакопили. Золотишко, монеточки. Что это еще? Еще какие-то. Автоспин. Что такое автоспин? Я, честно говоря, еще не знаю. Лавочка. Что за лавка? Что в этой лавке? Повозка. А в лавке повозки? И тут бесплатная повозка. Что же здесь будет? Давайте посмотрим. А пока мы смотрим, ребятушки, можете поставить лайк. Вам не сложно. А в продвижении канала это мне очень даже поможет. Так, ну что? Тут давайте уже, собственно, идти в бой. Так. Так, так, так. И вот так вот. Тут, кто не знает, вот так вот крутишь, свайпаешь, и бой начинается автоматически. Так, ну тут, судя по всему, победа, скорее всего, будет моя. Хотя я вот уже на этих, насчет этих лучников, я уже сомневаюсь. Их тут прям просто дофигища. И они могут перестрелять моих лучников. Что, наверное, сейчас и случится. Блин, какой кошмар. Это фиаско, братан. У них осталось всего лишь 3 лука, а у меня уже 0. Так. Слушай, нужно как-то, наверное, перегруппировать войска. А возможно даже не перегруппировать, а убрать этих, наверное, псов. Вот сюда, да? И что-нибудь, кого-нибудь другого взять. А кого? А кого же взять? Как-то, наверное, мы никого не сможем. А, нет, можем. Отлично. Так, давайте только куда же их, так сказать, всунуть. Давай вот сюда. Вот эту гвардию тяжелую мы переставим вот поближе, наверное, да? А эти пускай тут с боков тоже что-то делают. Ну, наверное, как-то так. Так, и идем в бой. Свайпаем. Кто же нам попадется? Ух ты, тут собачуры. Ну, с собачками мы быстро. У них прям жизни вообще мало. Мои железные рыцари пытаются долбить того великана. Вот. Вот, хорошечно. Тут, ребятушки, попахивает победой. Ха-ха-ха. Прям молодцы мы, да? Смотри, 2 лучника осталось, и мы их выносим. Победа. Отлично. Мне так нравится анимированный на тот черепок, который говорит победа. Так, ну что? А я хочу еще раз таким же составом пойти в бой. Ох ты, тут уже немножко будет все посерьезней. Главное, чтобы мои вот эти вот железные рыцари куда-то дошли. Ну, они как-то совсем фиговенько прошли. Эти тут махаются, великаны между собой, что-то там пытаются сделать. Давай, фигарих, мой великанский дружочек. Все, это победа, это хорошо. Так, 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 так. Забрать награды. Нам, кстати, дают награды. Что за награда? Это, подожди, это новые персонажи? Офигеть, наемницы. Это какие-то прям, мне кажется, жестокие ниндзя сейчас будут. Так, а как бы нам их взять? А давайте попробуем их взять. Так, стоп, стоп, стоп. Так, что-то я не понял. Куда жамкать? А, вот, армия, армия моя. Армия, армия. Так, ну нужно кого-то, наверное, убрать. Давай вот этих, наверное, уберем. Да, армия не используется не полностью, это я знаю. И вот этих вот наемниц мы, наверное, возьмем. А, их для начала нужно еще и нанять, понимаешь? Все, наверное, хватит нанимать их. Блин, а тут есть какая-то про них информация, что ли? Они всего по одной, понимаешь? Так мало. Я думаю, они тут нарисованы, что их по двое. А, все, больше нельзя. Мне хотелось бы почитать какую-то информацию о этих наемниках, но что-то я не вижу этой информации. А, вот, это особый отряд с высоким уроном. Он может телепортироваться на противоположный край поля.
и на короткое время становиться невидимым. Слушай, ну прикольно. Сейчас мы как раз эту наемницу и затестим. Давай, наверное, ее куда-то подальше вот так вот отсунем, чтобы она сразу не погибла, эта наемница. И теперь посмотрим вообще, как она в действии, в деле. Все, исчезла. И пошла лука фигарить. Ух ты, это круто. Это очень хорошо. Если их две штуки взять, этих наемницы, то, в принципе, как бы можно с луками сразу и прощаться. И сейчас я, наверное, это и сделаю. У меня же две наемницы есть. Так, 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 отлично. Тут мы победили, затащили. Хорошечно. Так, нужно армию менять. Вот этого, давай вот этого тоже удалим. Куда? Просто сюда закинем. И еще одну наемницу. А, нельзя, да? Давай туда вот этого лука. А, нет, этого нельзя тоже. А как так-то? Почему? Одна наемница. Блин, она типа настолько сильная, что... Угу. Хорошо, давай туда луков еще одних. Избавимся от луков. И возьмем еще наемниц. Ну, пускай будет так. Хотя, что-то мне подсказывает, что это я зря делаю. Возможно, я сейчас проиграю. Ну, посмотрим. О, нет, тут нормально. Смотри, вот. Где мои наемницы? А почему они сразу накинулись на этого ихнего самого главного, здорового верзилу? Я думал, что наемницы пойдут на лучников. А они что-то накинулись на здорового, на здоровяка. Фиаско. Хорошо. Может быть, я немножко сделал не так? Может быть, нужно их поближе сюда поставить? Как вы думаете? Давай попробуем вот так вот и вот так вот. Прям по максимуму поближе. Вот так. Все. И прокачивать я их пока как бы не хочу. Не так уж и много у меня и денег. Так, а ну-ка. Все, накидывайте сразу на лучников. Даже не думайте ни о чем. О, нет, а может надо было выбирать, тапать на лучников, чтобы они на них нападали. Потому что это как-то совсем не дело. Выбирать нельзя, судя по всему, да? А может быть и можно. Почему, вот у меня, ребятки, вопрос, почему они в первый раз, они пошли... А давай, может их вот сюда, на край карты. У меня вопрос, почему они в первый раз напали на лучников, а во второй раз напали, черт знает, пойми на кого. Зачем они бегут за этими викингами? Вот зачем? Вот непонятно же ж. Совсем. Это мы так сливать будем, просто катки. Это мне вообще такое не подходит. Что это за новости такие? О, мы можем забрать монетки, монетосы. И где-то наша гребаная армия. Мы можем что-то тут кого-то повысить. Вот этого можно, верзилу повысить. Богатырь, которого зовут. Эй, пока не буду этого делать. Короче, выставляем назад луков. Вот этих нафиг убираем. И берем назад лучников. Пускай постоят здесь. Теперь вот этих тоже берем. И мы можем еще и кого-то сюда добавить. Богатыря 2. Ух ты, мы можем взять 2 богатыря. Вот это класс. Вот сейчас мы тут точно прям, я думаю, затащим. Ха, у него один богатырь, а у меня 2. И кто кого перебогатырит. Смотрим. Так, луки прям жестокие. Смотри, там прям стреляют, стреляют. Но наши богатыри идут вперед и просто всех разносят в пух и прах. Командир нуб у меня попался, противник. Ну, тут тебе, малыш, просто хана. Ты уж не обессудь, не обижайся, но ты тут проиграл. Так, награда. Осколки отряда. Обычные лучники. Так, боевые псы. И ловушка заморозка. У меня она, кстати, есть, но что-то мне она как-то пока не нравится. Так, давай посмотрим, что с нашей армией творится. Может, мы тут кого-то сможем прокачать еще. Или нанять богатыря еще одного. Или прокачать вот этих вот наемниц. Сколько это стоит прокачать? 200! Ёкарный бабай.
Тоже 200. Это нам не подходит. Так, а если нанять этого, сколько стоит? Нанять 100. Нанимаем. Хотя, стой, ну я нанял его, да, а смогу ли его всунуть сюда? Вот в чем вопрос. Первый уровень. Не всовывается, что делать? Как быть? Давай тогда сделаем вот так вот. Три богатыря, ребятушки, у нас сейчас пойдет в бой. Три богатыря, это просто какая-то сумасшедшая банда будет, я так чувствую. Так, а ну погнали. Собаки, ну собаки сейчас сразу отлетят. Все, собак вынесли. Просто армия из богатырей, которые что-то очень быстро погибают. Просто ужасно, что это такое? Луки, давайте, стреляйте. Лучники, ну что ж вы. Ну, это как-то прям вообще ужасно было. Как-то совсем нехорошо. Так, ладно, это фиговое построение, у меня скажу вам сразу. Давайте этого богатырика мы, короче, назад. Одного. Подожди, второй уровень, мы его как раз оставим. Мы одноуровнево уберем. И добавим сюда, по-любому, вот эти нужны. Вот эти нужны, по-любому, вот эти нужны. В принципе, мы вернулись как бы к тому, с чего и начинали, да? Ну, давайте еще, я не знаю, кого-то попробуем победить. Одолеть. Так, ух ты, тут у него луки впереди, понимаешь? И, возможно, это и хорошая тактика. Мои викинги там стараются как могут. Вот, наконец-таки, все. Победа наша. Это уже, ребятушки, 1000%. Я просто в этом уверен. Так. Ну, это было легко. Это было легко и довольно-таки забавно. Такс. И что-то мы можем прокачать лучников, кстати. Обратите внимание, что мы можем их прокачать, но вопрос, сколько это стоит. У меня есть лучники третьего уровня, есть второго. Луч 150, вот, теперь у нас лучники все третьего левела. Вот, и что, кого еще прокачать? Все, у меня нету монет, поэтому мы больше никого прокачивать не будем. Давай теперь сделаем, знаешь что? Давай их поставим теперь, двоих прям, прям тут впереди планеты всей, пускай прям тащат. Два викинга богатыря тащера. Ой-ой-ой, что это такое? Что это за бредятина? Кто так ставит свои войска? Ну ты чё, Васёк, что ли? Все, хана тебе. Просто, глянь, они всей своей этой линейкой отлетают от моего богатыря. Ну это, конечно, тоже фиаско, братишка, потому что, ну, мы победили, а он проиграл. Так, нормалек. Ну, игра, я вам хочу сказать, такая на любителя. Вот. Ладно, на этом мы будем с вами прощаться. Пишите в комментариях, играете ли вы в эту игру. Может, посоветуете какую-то игру поинтересней. Также не забывайте про лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И про колокольчик тоже не забывайте. А с вами был Вовкин. Пока-пока. Кстати, завтра выйдет новое видео.